Подписчики, сегодня я вам покажу свое утро, как я умываюсь, собираюсь, делаю вот это вот все и выхожу. Наше утро в итоге. Вот я сейчас даже не чистила зубы. Извиняюсь, берем зубную щетку. Пасту. И кружку. Да. Сейчас я перемотаю, чтобы можно было не смотреть, как я чищу. Я сейчас еду на танцы, поэтому я хочу с собой кое-что взять, порисовать. Я возьму с собой вот этот вот скетчбук и еще кое-какой набор. Вот такой набор про гномов. Сейчас я вам покажу, что в нем есть. Тут просто гигантский выбор. Смотрите, вот есть. Сейчас постараюсь достать. Краски вот пастельные. Кисточка. Вот карандаш. Это такой карандаш, его потом можно точилкой наточить. Вот, смотрите. Видите, это же карандаш. Вот. И все вставляется обратно. Если случайно откроется, ничего не вылетит. Вот черный у меня засох. Это мне в холмик, понимаете, у меня рисун. Пастели. Мелкие. Еще карандаши скрепки и вот этот держатель для скрепок, тут еще и линеечка, видите, клей, только ножницы нет. Вообще я не разобралась, что это, я сейчас вам постараюсь показать. Вот смотрите, это как какой-то белый тюбик, вот так вот открываешь его, я вам сейчас покажу, как он. Вот смотрите, вот так вот вытягиваю на свои рисунки. Видите, такие катушки влетают. Я не знаю, что это. Если вы знаете, напишите в комментариях, будет интересно. Я предпочитаю, что это как сухой клей, который нужно вытряхивать на рисунок. Или это... Может быть, это вообще замазка. Скорее всего, это замазка. Ну, ничего. Замазок дома много. Вот еще стиралка. А, засовывайся обратно. И точилочка кругленькая. Все самое нужное для ребенка в одном наборе. Правда, я не знаю, где его купить. Мне его подарили на день рождения. Вот. Ну, короче, беру с собой. Пригодится. Я просто очень люблю рисовать, поэтому творчество не прикажешь, знаете ли. Поэтому я беру с собой. Вот я возьму с собой вот этот вот набор. И чего творит? Я пока не знаю, сейчас начну рисовать. Какие-то домики. А ну-ка. Папка Е. Вот, я остановилась на Белоснежке. Сейчас хочу нарисовать своего любимого гнома Ворчуна. Давайте начнем. Начинаю я всегда с эскиза. Ну, поэтому подождите немножко. В следующей серии я вам покажу, как получилось. А пока что ставьте лайк и подписывайтесь на канал.